Нет. Теперь бабин подарок, да? Можно упаковывать. Можно. Что там интересно такое большое? А что там еще, кроме семейки? Открывай. Да. Давай открывать. Ух ты! Будем открывать? Мы любимые. У меня нету домика. Ну, теперь есть. Как же его открыть? Надо ножнички. Да, нам надо ножнички и ножнички. Ой. Если так не откроется. А, вот здесь, наверное, сбоку нужно. Ага. Все, я нашла. Тут это не хватает плата. Он пошел в школу. Наверное, тут болеть. Мне очень тяжко играть. Хочу им еще потрогать, поиграть. Сколько шами моих семей. Держи. Это что такое? Это коврик, что ли? Наклейки. Нет, сюда. Это не наклейки, это какой-то коврик. Да. Все, уложи, наверное. Да. И сначала домик. Хорошо. Там еще домик звонит. Сейчас дочь разберется. Папа потом ставит. Составляй все, пока там будет став. И все составляет. Будет? Нет, не так надо. Вот так составляй. Нет, наоборот. Вот так? Да. Вот так и все составляй. Тебе помочь мебель достать? Мебель. Все, нас хочет. О, это что-то дырки открывается тут.
цветочек, смотри, какой он интересный должен расти. Где-то дома. На втором этаже. Сколько у них этажей? А диванчик нужен отдыхать? Смотри, что это? Унитаз. Унитаз для кукол? На кукол. Когда ты поставишь его? Я его поставлю на кухне. Смотри, а это кто? Это Маргарита? Это девочка больная. Почему? Это не ходит в шарик. А, она болеет, да? Мальчик ушел. А это кто? Мама. А это? Папа. И а собак. Где Батик? В школе. А, точно, он же в школе у нас. Это собачка. Это подушка. А это ванна. О, смотри, комод. Аж дверки открываются. Оп. Комодчик. Оп, смотри. По-моему, сюда и сюда. Смотри, поставь. Дверки открываются. Ну, держи, ставь мебель. Непонятно, какой-то мебель. Дай на кухне. О, еще и умываться надо. У тебя куколки умываются по утрам? Зубки чистят? Теперь придется. Нет такого. Ну, придется здесь. А, нет, это не кухонные стульчики были. Вот они кухонные. Стульчика. Сына, видимо, постоянно в школе. Он домой не приходит. Она ж приходит, да? Мама, папа и доча. А сына постоянно в своей комнате сидит. В компьютер играет, да? Ну, тут нет компьютера. Да ты что? Это еще компьютера не хватает. А это в гостиную. Гостиную? Вот это в гостиную. Куча столов. Видимо, они очень любят покушать. А это? Еще один столик. Столик это поставим? О, телефон. Смотри какой, еще даже диском. Я на такой даже не видела телефон. А вот и телевизор. Телевизор? Да, по телевизору девочку показывают. Маргариту. А еще смотри, рамка. По рамке тоже девочку показывают. И часики. Телефончик. С кукушкой еще, наверное. Это телефончик. Нет, это рамка простая. Это фотография.
поставила сюда. Ой, тут еще наклейки есть. Вот что тут находится. Тут еще какие-то разметки. Да, это просто, наверное, на пол ложится. Знаю. Можно мы посмотрим, что у тебя там получилось? Да ничего, ничего не получилось. Держи стульчик. Вот что не получилось. Места нету, не хватило. Ничего пока. Это не могу заколыть. Покажи тут, что они у тебя тут делают-то. Ничего. Надо было малинку принести с Барби, да? Рыжий, пойдем домик играть. У него же лапы. У него лапы?